Привет, моя хорошая, привет, мои любимые, привет, мои земляки. Белоруссия, город Минск, 31 октября. Я приглашаю вас, каждого, жителей Минска, гостей столицы. Приходите на большой-большой юбилейный концерт ансамбля «Сябры». Он будет проходить во Дворце Республики в 19.00 31 октября, уже совсем скоро. Я туда тоже прилечу из Москвы, и мы с Анатолием Ивановичем Ермоленко готовим для вас, уважаемые зрители, телезрители. Концерт будет транслироваться по какому-то из белорусских телеканалов, то ли ОНТ, то ли БТ, не знаю, ничего не сказать не могу. Мы готовим для вас с Анатолием Ивановичем Ермоленко большой-большой интересный музыкальный сюрприз. Поэтому я назначаю вам встречу, приходите. Я думаю, что будет интересно, будет весело, будет зажигательно, прозвучат самые лучшие хиты, полюбившиеся за все эти годы. Поэтому до встречи. Ваш Саша Попов.